счастья, радости, грусти и зависти. Это самовыражение, где слова становятся просто лишними. Спасибо! Петрищук София! Моє захоплення – це танці. Я танцюю з 6 років. Мені це дуже подобається. Я перед кожним виступом я хвилююся. Але коли починає звучати музика, я поринаю у світ краси танцю. Мені хочеться донести цю красу глядача. Східний танець дуже чарівний і навіть загадковий, тому, мабуть, і зачарував мене своєю красою. Я хочу розповісти вірш про східний танець. Лєйся, лєйся, музика чарує, навівай восторг і благодать. Я тебе востоком околдую, і тебе уже не устоять. Спасибо, у нее получается. Мы не можем спокойно и равнодушно смотреть на восточные танцы. Я приглашаю лидер Диану. И не забываем аплодировать, им так нужна ваша поддержка. У каждого человека есть свои хобби. Что касается меня, у меня тоже есть хобби. Но сказать, что это хобби, уже нельзя. Это часть моей жизни. Я уже с 5 лет начала заниматься танцами, и мне это нравится. Говорят, что танцы – это язык, на котором можно разговаривать со всеми. И я с этим согласна. Я не представляю свою жизнь без танцев. Спасибо, спасибо. Бугаева Богдана! Здравствуйте всем. Хочу вам прочитать свой стих, который сама написала. Я знаю, танец – моя жизнь. Лишь только им я пишу свои страдания. Мой выбор не окажется иным. Я так решила, до свидания. В потоке танца я несусь. Он поглощает мою душу. Назад я больше не вернусь. И клятву жизни не нарушу. Прощаю все то, чем я жила. И клятву жизни не нарушу. Прощаю все то, чем я жила. Я начинаю жизнь сначала. Сегодня ночью я ушла, а завтра жизнь начну сначала. Спасибо. Я спрашиваю, чего ты волнуешься? Аплодисменты нам самая лучшая поддержка, да? Чтобы не волновались наши участницы. Быстриченко не готова. Дегтярь Екатерина. Кто-то скажет, нам не дано умение танцевать, но я утверждаю, танцевать может каждый и в любом возрасте. Танец – моя жизнь, моя любовь, моя радость. Я танцую свои чувства, свое состояние, свою жизнь, успехи и промахи. Музыка, танец, образ – я так слышу музыку. В музыке нахожу праздник и радость, озорство и веселье. Порой мелодия заставляет грустить и дарит давние воспоминания. Мое тело начинает играть и плясать. Руки крылья и руки боль. То лечу, то тяжело падаю. Но я танцую, танцую, танцую. Спасибо. Быстриченко Алина! Танец – это моя жизнь. Это глоток чего-то нового. Чего-то, что спрятано глубоко внутри меня. На первой тренировке я и подумать не могла, что танцы станут столь важными для меня. Танец – это чувства, эмоции, переживания, мое хобби, увлечение. Это стремление быть лучшим во всем. Наверное, каждый танцор ощущал на себе это волнение, стоя за кулисами в ожидании своего выхода. Руки леденеют, сердце трепещет от страха. А внутри убеждаешь себя, что все получится. И выходя на сцену, улыбаясь зрителям, видя их счастливые глаза, добрые улыбки, хлопающие ладоши, я становлюсь совсем другой. Я становлюсь человеком, у которых нет никаких проблем, забот. Я просто на миг забываю о них. Это самые лучшие минуты в моей жизни. Танец – это моя вселенная. Спасибо. Спасибо, спасибо, Алина.
Ну что ж, девчонки, я считаю, достойно справились со вторым заданием. Ну и теперь конкурс финальный. Дефиле, презентация, выход на сцену в европейском бальном или в коктейльном платье. Общий выход, да? Ну что, готовы? По одному выходим, да? Так, ну что ж, дебаты заканчиваем и вперед на сцену, дефиле! Замечательно. Журба Анна. Баранова Татьяна. Банасенко Настя. Мы вами тоже полюбовались. Ну и теперь у нас кто-то, Варечка, уходит первая и выводит за собой под наши аплодисменты всех участниц за кулисы. Пошли, пошли, пошли за Варечкой. Идем сюда, сюда, ко мне, на мне, вот так, да, подсказываем, девчонки. Аплодисментами провожаем наших конкурсантов. Замер в ожидании результатов конкурса «Мисс Осенний Вернисаж». Да и не только. Зал замер в ожидании, когда же произнесут судьи имена победителей первого отделения нашего фестиваля. Ну что ж, волнуются не только конкурсантки, волнуются не только все участники фестиваля, волнуются и члены жюри, подсчитывают минусы и плюсы. Ну, а я предлагаю немножечко снять волнение, расслабиться и посмотреть выступление. Вы представляете, что сейчас на этой сцене для вас с удовольствием станцует Евгений Могилевский! Громче аплодисменты! Ну еще хотелось бы услышать полный овал.